Отделение Mercedes-AMG рассекретило третью модель своего начального семейства, которая получила название CLA-35. Техническая начинка купеобразной четырехдверки мало отличается от седанов A35. Двухлитровый турбомотор M260 развивает те же 306 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. Коробка передач – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Новинка получила полный привод 4MATIC с электромеханической муфтой подключения задних колес, которая способна передавать назад до 50% тяги. CLA-35 получился самым тяжелым в семействе, поэтому на разгон до сотни тратит 4,9 секунды, что на пару десятых медленнее, чем аналогичные седаны и хэтчбеки. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час. Как и у аналогичного А-класса, кузов усилен двумя диагональными растяжками под капотом и алюминиевой панелью под двигателем. Изменены рычаги, пружины, амортизаторы, рулевое управление с переменным отношением. В салоне установлены спортивные сиденья, а под днищем AMG выхлоп с активными заслонками. Ездовая электроника предлагает 5 режимов движения. Мировая премьера модели намечена на автосалон в Нью-Йорке, а европейские продажи стартуют в августе. Российский офис Suzuki определился с премьерой Jimny 4-го поколения. Внедорожник появится у дилеров в начале осени. По замыслу, в межсезонье и распутится, как нельзя лучше раскроет внедорожные таланты новинки. На наш рынок Jimny выйдет с 1,5-литровым атмосферным двигателем, который выдает 102 лошадиных силы и 130 ньютон-метров крутящего момента. Трансмиссии две на выбор – пятиступенчатая механика или четырехступенчатый автомат. Обе с подключаемым полным приводом. Старый Jimny 3-го поколения уже снят с производства. Дилеры распродадут остатки к концу лета, и к тому времени Suzuki объявит цены на новую модель.